Назад у другого моего коллеги была та же проблема с вот таким рассинхроном. Два чифа. Давай. Так. Я не хочу проигрывать. Чел, ну пришла пора, пришла. Ну часик, пришла, я же заговорил, пора, часик, да? И все, и стрим закончен, в принципе. Все, есть. Нельзя вообще ни одного раза проиграть. Там только можно будет, когда уже там полуфинал, там можно двух играть боев. Так, куда едем? Говорим. По дальнику, сегодня. по дальничку, проезжаем. По дальничку. Чел, ну тем уже нужно будет на ДПМе рвать. Я понял. Да у них тоже же ДПМ. У Чифтейна чуть-чуть меньше, по-моему, да? Они сейчас станут... Ну да, ну ты перестреливаешь на ДПМ, если в лоб-лоб. Ну там осторожно, очень нужно от башни играть. Короче, суть в том, что ты должен сейчас подъехать ко мне. По дальничку. И сейчас захват будет браться. Короче, как обычно встает? Обычно один снизу встает. И второй где-то рядом будет тоже, где-то может быть чуть выше стоять и так далее. Возможно, будут агрессивно играть. Занимать позишены. Спасибо, Ванька, привет тебе. Будут играть, короче, от башенки, от насыпи. Поэтому будет очень сложно. Ну я их не выцелю, блин, я с чифтейнами вообще очень плохо перестреливаюсь. Нам с тобой, я так понимаю, нужно выгадать какой-то момент, ворваться и выдать барабан твой. Да. Так, мне где встать? Нам нужно с тобой, я не знаю, тебе надо встать где-то вот... Ну, где-то тут сверху, может быть, попробуй пока на три, просто вверх посмотри от борта, и все. То есть нам нужно, главное, словить момент и убить один танк. Все, прям осторожно только смотри. Блин, я сейчас знал, как выезжать тут. Потому что они могут с любой стороны выйти. Выехать. Они могут, да, вдвоем выехать, меня зафокусить или тебя зафокусить. Нам нельзя далеко друг от друга отъезжать, я думаю. Могут ехать по первой и второй линии. Могут ехать, если что, по первой и второй линии. Чисто, знаешь, на риск. Такие тоже челики бывают. Которые чисто на риск делают, заезжают типа в задницу. Слушай, я пока тут никого не вижу. Смотри, если что, если они будут на ничью играть, придется нам разыгрывать. Просто они, блин, по скиллове, они должны разыгрывать сами. Ну, видишь, они могут, типа, лаврец сыграть, или как это называется? Вот, да, но они же, типа, наверное, сами стримят. Поэтому им, наверное, тоже невыгодно просто на ничью играть. Мне в чате пишут 705-й А на фугасах и любые чифтейны разрывая. Не ту мы технику выбрали. Хорошо. Но они ждут, пока мы будем ехать куда-то. Блин, так странно, как будто, блин, либо они объезжают, либо они прям в дефе стоят ждут. Просто, пока они мы... На... Такое чувство, они просто ждут, пока мы на захват станем и начнут уже играть. Слушай, ну если мы подъедем под церковь на захват, вот впритык подъедем. Надо будет разыгрывать так. Тебе нужно будет подъехать просто к верхнему, да? То есть ты подъезжаешь, на захват встаешь возле, ну, это церковь, ушки, это верхний. И смотришь низинку вот сюда вот. Просто от борта стоишь и смотришь вниз, а я буду смотреть вверх. Другому нам никак не сыграть. А один начинаем... из них может вот тут стоять наверху, на самом верху? Конечно, может. Любой, где хочешь, можешь. Ну, давай, наверное, разыгрывать. У нас просто времени нету, 2 минуты. Я предлагаю потихонечку уже начинать. Смотри, осторожно, вот тут может быть танк. Потихоньку продвигайся к захвату. Справа может быть танк, да? Да. Вот, мне надо, короче, тебе вверх смотреть. Я не знаю, что они хотят делать, просто не знаю. То ли тебе вверх смотреть. Я не знаю, ли тебе вверх смотреть, или лучше низ. Просто если они сверху поедут тоже. Ну, короче, тут... Далеко не уезжай. Максимально сложно понять, что они хотят делать. Мне кажется, они нас троллят.
Ну они просто на ничью играют, чувак. То есть они хотят нас просто заруинить. Вон сверху. Человек. Выходи наверх, убивай его. Разворачивайся. Выходи наверх, убивай. Все, убивай его. Просто по ДПМ убивай одного, по ДПМ, по ДПМ. Просто убивай одного. Убивай его, убивай. Все, хорошо. Стреляй, стреляй его, постоянно его. Только пробивай. Хорошо. Доберешь? Он починит, он уедет. Нет, давай добирай его, добирай. Его прям, его добирай. Хорошо, и этого теперь. За меня засейвься. За меня. За меня играй, за меня. Дал. Все, он КД. Я просто тебя засейвил как батю! Батя, тупо батя! Я должен был тебя засейвить. Если бы я тебя не засейвил, мне нужно было еще барабан заряжать. Да, тебе бы пришлось от него бегать, я да, понял. Да, и времени нету бегать. Ох, вот это было жестко. Ребята, это тупо лось! Я же тебе говорю, они просто ждали, пока мы будем разыгрывать. Хорошо, что они поехали вниз. У меня было, блин, я хотел вниз ехать, потому что я думал, может быть, реально вниз будут. Просто низ это слишком умно. Низ это слишком... Короче, если бы я сейчас поехал вниз, я бы сам себя переиграл. Потому что слишком умно было.